Озеро Байкал – древнее и загадочное место, завораживающее своей красотой, обладающее невероятной энергетикой и потаенной силой. Сколько величия несут в себе янтарные воды, сколько тайн хранят его просторные берега. Добро пожаловать, счастливого вам отдыха, и, как говорится, пусть всегда будет солнце. Каждый раз одно и то же. Диагноз. Да, слушаю. Вы там все повесили. Вы же не укладываетесь по срокам. Тогда перебрасывайте всех рабочих на другой объект. На другой объект, я сказал. Все, до связи. Коль, ну что ты дуешься? 15 дней не так много. Я же тебе уже объясняла. У нас с папой работы много. Мы же для тебя стараемся. Для меня. Вы бы еще в Магадан отправили. Сына, ну там Байкал, друзья новые, воздух свежий. Вот увидишь, тебе и уезжать не захочется. Кстати, загляни в рюкзак, там для тебя подарок. Так, это у нас опоздали, да? Так, ну ничего, опоздали вы не намного, всего на 3 дня. Путевочку вашу, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну что, Голиков Николай, сейчас прощаешься с родителями и идешь в 3-й отряд. Вы, пожалуйста, ни о чем не беспокойтесь, все будет хорошо. Сейчас мне с вами разговаривать некогда, у меня дети. Коля, тебя проводит дежурная. Всего 15 дней. Все будет хорошо. Сынок, что я тебе хочу сказать? Подожди. Да. Подписывайте. Нам нужна эта сделка. Дежурный. Где здесь 3-й отряд в этой дыре? Эй, ты очечи-то сними. А может, его очечи протараним? Они-то ему жмут, походу. Что вы, парни, что вы пристали к бедному мальчику? Ты первый раз в лагере, да? Ну и? Вот, смотри. Он, видишь, дворник. Петрович. Mm-hmm. Он тебе здесь все расскажет, покажет. И сумочки твои донесет. Так что ты подойди к нему. Правда, он ленивый. Говори с ним погромче, он маленько глуховат. Ага. Эй, дворник! Эй, Петрович, алло, я с кем разговариваю? Чё смотришь? Сумки мои донеси до 3-го отряда. Ну, во-первых, Павел Петрович. А во-вторых, молодой человек, что вы себе позволяете?
Вы вообще как со взрослыми разговариваете? А? Дома с мамой так будешь разговаривать? Тебя она очки не учила снимать, когда со взрослыми говоришь? Ты сейчас чего взял, что сейчас сумку кто-то возьмет и подтащит в третий отряд? У нас тут оздоровительный лагерь, а не курорт на Мальдивах. Поэтому сам взял сумочку и подтащил в третий отряд. У нас тут грузчиков нет. Павел Петрович, вам из министерства звонят, вот срочно нужно. И еще, Павел Петрович, вы здесь в акте не расписались? В конторе сказали, без подписи директора ничего не подпишем. Повезло тебе, мы с тобой не закончили. Да ты что делаешь? Я не знаю, что сейчас сделаю. Голиков! Извините. Голиков, первый раз, наверное, в лагере, да? Ну, это ничего, я тоже первый раз. Я, кстати, твоя вожатая, Аня. Ну, будем дружить? Ну вот, Коля, это наш отряд. Здесь можно посмотреть телевизор, провести свое свободное время. Все, пойдем в комнату. Вот, Коля, это твоя комната. Так, кровати нету, да? Ну, вы знакомьтесь пока, а я сейчас приду, хорошо? Привет, меня Коля зовут. Тормози! Не. Ну вот, Коля, проблему я решила. Кровать тебе сейчас принесут. Кстати, тебе нужно сдать все гаджеты. Это придумали для того, чтобы ты их не потерял или случайно в туалете не утопил. А то слез потом не оберешься. Коль, давай по-хорошему, а то мне придется к директору пойти. Да, вот это экипировка. Вооружен до зубов, как говорится. Ну не переживай, тебе и без них весело будет. Да же, ребята? Располагайся, Голиков. А без гаджета тебе тут будет очень весело. Неудачник. Идиотский лагерь. Вокруг одни идиоты. 15 дней. Куда хуже. Заносите, пожалуйста. Не заденьтесь ничего. Да-да-да, вот сюда. Ребята, новенький-то где? Нервный он какой-то. Бросил вещи и ушел. Не знаю, может, он сбежать решил? В смысле сбежать? Куда? Девочки, девочки, не видели маленького такого беленького с хейером? Вроде куда побежал? Ребята, вы новенького не видели? Маленький такой, беленький. Ну, наверное, туда побежал? Вроде туда побежал. Ага. Новенького? Нет. Ты Голикова не видел?
А он там на гвозде сидит. Коля! Коля, ты где? Коленька! Нашелся! Обошлось! Коля, ну что случилось? Ты зачем убежал? Из отряда нельзя уходить одному, тем более на берег. Извини, но я вынуждена рассказать об этом директору. Да, Николай, а ты у нас любитель приключений, оказывается. Первый день в лагере, а нарушение уже на полторы смены вперед. Анна, как вы могли такое допустить? Ты чего я такого сделал? А ты не понимаешь, что ты сделал? Ничего, мы с тобой найдем общий язык. Значит, первым делом назначаю тебя дежурным по столовой после обеда. Труд он, знаешь ли, облагораживает. Именно труд сделал из обезьяны человека. А лень делает из человека? Обезьяну. Ленивого человека. Что еще хуже обезьяны? Так, на Байкале ты уже сегодня был, поэтому купаться тебе запрещено. Невелика потеря. А чтоб не было скучно, вечерком сходишь в библиотеку, протрешь там книжки, расставишь по полочкам, глядишь, поумнеешь. Я думаю, на первый раз достаточно, да? Вполне. Свободен? Вы же директор. Вы должны быть гуманными к детям. А я не директор. Я дворник. А дворники, не знаешь, какие злые, да? Да. О, боец, ты чего так долго возишься? Никогда в столовой не дежурил? Да нет, не приходилось. Раскис. Подумаешь, дежурь заставили. Друг, сейчас я тебе помогу. И мы с этим мигом справимся. Так, давай так. Бери вот эту кастрюлю и пошли со мной. Пойдем. Заходи, ставь на верхнюю полку. Кстати, а тебя как зовут? Меня Агва. Меня Коля. Очень приятно. О, музычка. Что тут у нас? Так, без музыки каши не сварить. А что это за рухлядь? Рухлядь? Он, конечно, старый. Но зато повидал в истории столько интересного. Лет 30 назад под него дети гимнастику делали, а вечером танцевали на дискотеке. Байкал гремел. 30 лет? Да. Этот лагерь такой старый? Да нет. Раньше здесь другой лагерь был, такой же детский, но пионерский. Буденовец назывался. И все было по-другому. Дети тогда не айфонами хвастались, а кто больше макулатуру и металлолом сдал. Октябрята мечтали попасть в пионеры, пионеры попасть в комсомол. И все бегали, играли. Войнушку, казаки-разбойники, девочки-скакалки, классики. А сейчас оглянешься, все сидят в своих планшетах, как зомби. Ну, это вы уже преувеличили. Думаешь? А вот у тебя сколько друзей? У меня? Да. В Твиттере 1859, а ВКонтакте 4355 добавился. А в жизни? Понятно. Ну, что тебе сказать? Друзей много не бывает, но без них нельзя. Понятно? Ладно, что-то мы разболтались. Пошли работать!
Гулики, а ты куда полез? Ты же наказан, тебе нельзя сегодня купаться. Тебе что, больше всего надо, искупаться никто не заметит. Агван! И не враг, а так. Запись номер один. Сегодня 9 июля 1985 года. Меня зовут Александр Филиппов. Я пионер третьего отряда, звено имени Аркадия Гайдара. 76-я школа города Улан-Удэ. Я не знаю, кто найдет эту запись. Сегодня никчемный день. Меня исключили из пионерской организации. Но я действительно не виноват. Я просто хотел разнообразить серые будни. Мне надоело ходить строем, жить по расписанию и выполнять планы. Это же скучно. Надеюсь, у вас там в будущем все хорошо. Уже можно слушать другую музыку, читать любые книги. Вы наверняка там на летающих тарелках передвигаетесь. На луне картошку сажаете. Здорово у вас там в будущем, наверное. А меня завтра ждет такой позор. На линейке, прилюдно, заберут пионерский галстук. И за что? Я бы очень хотел побывать в будущем, потому что меня здесь никто не понимает. А меня здесь никто не понимает. Мне бы сейчас хоть на другую планету, хоть в прошлое. Только подальше отсюда.
Просыпаемся, ребята. Быстрее, быстрее, быстрее. Мы можем опоздать на гимнастику. Филипп, ты что еще не одет? Одевайся-ка быстрее. Поторопите его, ребята. Я жду всех на улице. Сашка, давай быстрее, опоздаешь. Так, собрались все, построились, носочки, носочки. Подровняли все. Кого не хватает у нас? Филиппа! Филиппа, проснись, давай, уже иди быстрее в конец строй, тебя одного ждем. Ты можешь идти быстрее, а? На утреннюю гимнастику шагом, марш! Раз, раз. Отряд, наша речевка. Раз, два, три, четыре. Три, четыре. Раз, два. Кто шагает? Ты можешь быстрее идти, а? Доброе утро! Доброе утро, товарищ старший пионер вожатый! Дорогие ребята, пионеры, мы начинаем нашу линейку с неприятных моментов. В связи с последними событиями, согласно правилам, мы обязаны забрать лидерский вымпел у третьего отряда. Ирина, сдать вымпел! И пусть эта ситуация будет уроком каждому. А за многочисленные нарушения дисциплины пионер Александр Филиппов исключается из рядов нашей пионерской организации. Как ты завязал галстук пионерской организации? Саша, Саша! Байкальские жители, опоздавшие на линейку, будут оштрафованы на целых 500 байкаликов. Блин, Доржик, давай быстрее. Сейчас. Мне мама этот блеск в Литуале купила за 50 рублей. Да я покрашусь. Чё встал? Доброе утро, дорогие ребята! Доброе утро! Наступило время подвести промежуточные итоги по сбору байкаликов. Первое место, как всегда, занял наш самый дружный первый отряд. Отстает у нас, к сожалению, третий отряд. Ребята, ну должно быть стыдно. Вы проигрываете даже малышам. Я думаю, что нужно всем напомнить про наш главный приз. Это поездка всем отрядам на катере. Я думаю, что всем нужно собраться. Завязывай башкой вертеть, ничего не видно. Куда? Ну, напугал ты меня, Филиппов. Ни с того, ни с сего в обморок хлопнулся. Солнце вроде не жаркое. Саша, что за дела такие? Я не Саша, я Коля. Так, Филиппов, ты мне это брось.
На вчера твоих выходок хватило. Майкл Джексон на весь лагерь, да еще и в день проверки. Это уже слишком. Так, боец, забирай своего товарища, проводи его до столовой. Ну вот и все, можете забирать своего новенького. На лице явная тоска по родителям. Дайте ему вечером телефон, пусть позвонит маме. А это бесполезно, они у него работают. Ух уж эти современные родители. Ну все, пойдем. Вот, Саша, я же тебе говорю, что это плохая затея. Одно дело мышей по подушкам к девчонкам подкладывать. Ну вот что ты теперь будешь делать? Ну это же преступление. Вот что ты теперь будешь делать? Да ведь муж тебе не имется. И меня еще свои приключения засовываешь. Тебе не нравится. Только нашего корпуса. Вот что ты теперь будешь делать? Три главных закомнаты мальчика. Привлекатель. Три главных закомнаты девочки. Вот что ты теперь будешь делать? Все должно быть убрано. Пионерский галстук-то вернуть непросто. Да чего ты застыл-то? Нам же в столовую нужно. Агван? Агван! Агван, стой, подожди! Стой! Агван! Агван, постой, Агван! Агван, послушай! Филиппов, какой еще Агван? А ну-ка скройся с глаз, работать мешаешь! Постой! Все нормально. Аня, тебя к директору вызывают срочно. Коля, я надеюсь, ты сам доберешься, ничего больше не натворишь. Отряд в той стороне. Иди, давай. Эй, новенький. Мы, конечно, предполагали, что ты неудачник по жизни. Но то, что ты в обмороке падаешь, как девочка, вообще смешно. Нам кажется, ты самое слабое звено. Самое слабое звено отряда. С тобой твой отряд никогда не выиграет. Кстати, о байкаликах. Держи, Андрей. Хотя, ну не звери же мы какие-нибудь. Держи, неудачник. Хоть какую-то пользу отряду принесешь. Боликов, ты почему здесь до сих пор? Нас весь отряд уже ждет. Идем быстрее. Пойдем. Сашка, постой! Куда ты торопишься? Какой Агван? Что происходит? Может, тебя обратно к врачу увезти? Да не Саша я Коля! Какой Коля? Мне все-таки кажется, что без врача здесь не обойтись. Пойдем со мной. Никуда я не пойду. Ты не понимаешь? Я не Саша. Я Коля. Сам не понимаю, как в голове не укладывается, но я из будущего. Да что за ерунду ты несешь? Послушай меня, Баша ведь, кажется, да? Вот сейчас какой год? 1985, а я должен быть в 2015. Да чего ты выдумываешь? Давай еще начни про летающие машины рассказывать. Нет, такого еще в будущем. Зато расскажу все как есть. У нас есть интернет, телевизоры вот такие тонкие, да еще изогнутые, велосипеды на электричестве ездят, компьютеры стоят в каждом доме. А девчонки, ты знаешь, что девчонки делают? Они бровь выщипывают, а потом обратно рисуют. Юбки вот такие, а нет, вот такие носят. А правда компьютеры в каждом доме стоят? Да, еще не один. Есть такие маленькие, их можно вообще в кармане носить, нанотехнологии. Мне тоже такие надо. Да не надо, а нано! А тогда как ты здесь оказался? Да еще и вместо Сашки. Просто так и здесь оказаться не мог. Должно было произойти что-то серьезное. Так Сашку же вчера с пионера выгнали. А это ого-го, как серьезно. И может тебя специально сюда отправили? Чтоб ты Сашке-то помог пионерский галстук вернуть. То есть, если я исправлю ситуацию, меня вернут домой.
Идея, конечно, сомнительная, но попробовать стоит. Только я один вряд ли справлюсь. Блин, а как мне это сделать? В пионеры вернуться не так-то просто. Но теоретически можно. И если ты здесь оказался, значит, у нас все получится. Ну, не знаю. Нам надо придумать пароль, который мы только будем знать. Зачем это? Ну как, а вдруг ты обратно вернешься, а я ничего не узнаю? Ну, например, «Пусть всегда будет солнце». Это моя любимая песня. И бесплатный Wi-Fi. Что? А, вот Wi-Fi. Потом поговорим. Ну, наконец-то я вас нашла. Вы почему спрятались? Опять что-то задумали? Советую вам, мальчики, бросить это дурачество. Вы уже взрослые, пора браться за ум. В общем, ближе к делу. Поступило указание взять над тобой Филиппов шефство и помочь тебе вернуться в пионеры. Ребят, нам сегодня необходимо убрать территорию возле корпуса. Вообще-то, согласно Трудовому кодексу, эксплуатация детского труда наказуема. Я ничего не хочу слышать. Главное – это убраться. А разбираться, кто кого накажет, будем потом. Слушай, вы чего не убираетесь? Нас же знамя лишат. Какого еще знамя? Ты что, прикалываешься, что ли? Не будем мы убираться. Мы сюда отдыхать приехали в конце концов. А что, он даже за это не влетит? Нет, конечно. От кого? От Ани, что ли? Не смеши меня. И я могу делать все, что захочу? Ну, конечно. Здорово. Я буду делать все, что захочу. Я буду делать все, что захочу. Так, ребята, все собрались? Все здесь? Ребята, мы собрались на совете отряда для того, чтобы обсудить по поводу Саши. Я предложила. Предлагаю объявить Сашу Филиппову строгий бойкот. Не разговариваем с ним, не помогаем ему снова стать пионером. Филиппов, давай ты добровольно из лагеря уедешь. Тебе проще и нам легче. А кто знамя в отряд обратно вернет? Пусть сначала он вернет и катится на все четыре стороны. Согласен. Дело говорит. Возвращай знамя отряду, Филиппов. Ребята, подождите, что за самосуд устроили? Разве такому нас на пионерских слетах учили? Саш, тебе есть что сказать? Ну, я не знаю. А что говорить-то? Нет, ну вы посмотрите на него. К нему все лицом, он еще издевается. Филиппов, сколько можно над нами издеваться? Девочки, хватит разлагать дисциплину отряда. А если по делу, то предлагаю все-таки помочь Саше вернуться в пионеры. Кто вызовется помочь? Ну, я. Хорошо. Тогда нам нужно придумать вам задание. У нашей стенгазеты за прошлое мероприятие не готово. Давайте они ее сделают. Отличное предложение. Ну что, все согласны? Да. Единогласно. Я вообще не представляю, как должна выглядеть эта стенгазета. Ну, обычно она посвящается праздникам или прошедшим мероприятиям. Там можно поделиться впечатлениями или рассказать интересные новости. А, так это как в Твиттере. А не-не-не, ВКонтакте. Там удобнее. Все, точно, я все понял. Здесь будет наша большая длинная линия. Здесь мы напишем ВКонтакте. Привет, мальчики. Что вы тут делаете? Стенгазету рисуем. А можно с вами? Ну да. Ну давайте. А вот здесь мы напишем онлайн. А что такое онлайн? Ну онлайн, это значит, что мы здесь были. А вот здесь? О, интересно. Так, вот так. Вот здесь интересно. Можно я вам тоже помогу? Давай. А что это такое? Это наши фотографии. Здесь будет. Классно. А может, сюда свои достижения впишем? Конечно, да. Вот это наши фотографии.
А можно здесь оттуда? Да, конечно, можно. Давайте костер. Да, ну, давайте. А еще солнышко. Ребят, хорошая стенгазета? Да, Сашка, ты молодец. Очень здорово вышло. Молодец, Сашка. Хорошая стенгазета получилась. А что я-то? Это же мы все вместе сделали. Ребят, мы молодцы. Да. Точно. Привет-привет, жители Байкала. С вами мы. Ваши вестники хорошего настроения. И совсем скоро... Да какое скоро? Уже через 10 минут на линейке появятся все отряды и отправятся в большое дружное путешествие. И это даже не путешествие, а скорее испытание для каждого отряда, в котором каждый проявит себя как самый смелый, самый сильный, самый ловкий... И самый классный отряд. А залогом победы будет успешное прохождение всех этапов. 10-минутная готовность, друзья, не забудьте свои головные уборы и, конечно же, волю к победе! Ребят, что тянетесь? Давайте быстрей! Итак, ваше первое задание. Вам необходимо всем отрядам поместиться вот в том обруче. Приступаем! Девчонки, вы чего стоите? Играть же на время! Давайте, давайте! Нас уже весь отряд ждет! Это класс! Это футбол! Давайте, девочки, все! Встали! Все, давайте стоим! Все, хватит, ребята! Вам сейчас нужно из отряда выбрать самых маленьких, но самых сильных ребят, которые заберутся вот на этот стол. А мы с вами должны вот так вот ручки поставить. Ну-ка, попробовали все. Вот, молодцы, потому что человек будет падать на вас спиной с закрытыми глазами. А мы с вами всем отрядом должны его поймать. Вам понятно? Да. Молодцы, подошли еще чуть-чуть поближе. Богдан, где твое воспитание? Если хочет прыгать, ну пускай прыгает. Взяли руки? Побежали на следующий этап! Ребят, подождите! Виталю забыли! Виталя, не отставай! Ну что ж, время вышло, господа. Пора подводить итоги нашего экшн-тренинга. Собственно, ничего неожиданного не произошло. И снова первый отряд утер нос третьего. Победил с большим отрывом. Что, неудачники, снова проиграли? Вот лично нам кажется, то, что это именно новенький приносит вам неудачу. Подумайте об этом. Ребята,
Ване надоело это терпеть. Над нами же весь лагерь смеется. Нас даже малыши обогнали. Да вы видели, как дружно и слаженно они прошли все этапы. Неужели вам никогда не хотелось выиграть? Что над вами не подшучивали, а уважали? Третий отряд на ужин! Ура! Ну куда? Я же это говорил! Даже не дослушаю. Ребят, у нас появилась еще одна возможность вернуть наш вымпел и дать шанс Саше проявить себя. В общем, я узнала, что в соседней деревушке живет бабушка, ветеран войны, которой нужна помощь. Мы должны организовать тимуровское движение и помочь этой бабушке. Как вы на это смотрите? Отлично! Да, зачем кушать? Не кушать, не кушать. Там много еще поливать? Дальше поливать. Дерево не утопить. А ты что стоишь-то? Помогай давай. Передаем, передаем. Где там второе ведро? Где там? Вот оно. Осторожно. Даем. Ребятки, вы, наверное, проголодались, а я пирожков настряпала. Угощайтесь. Ешьте на здоровье. Спасибо. Спасибо. Ешьте, ребят, ешьте. Пирожки вкусненькие. Ой, вы такие молодцы. Мне сегодня так хорошо помогли. И воду натаскали, картошку полили, сливу собрали. Ой. Еще бы дров бы наколоть бы. Ой, да вы не волнуйтесь, мы сейчас вам все сделаем. Вот у нас есть Саша Филиппов, он отлично колет дрова, лучше всех в отряде. Вот он вам все и сделает. Да, да, Саша-то может. Ну а мы все дела переделали, может в лагерь пойдем? Саша, ты без нас справишься? Да, конечно, справится. Пошлите. Ой, хорошо, а есть кому вкусно. Дров наколоть, Саша. Саша, детка, ты неправильно держишь топор. Ты не торопись. В этом деле самое главное – точность, а не сила. Ты уверенно держи топор. Так, у меня к вам есть серьезный разговор. Саша, с тобой все в порядке? Ты какой-то подозрительный стал в последнее время. Как будто тебя подменили. Колька, это не я. Я ей ничего не говорил. Так, стоп. Какой Коля? Чего не говорил? С этого момента, пожалуйста, поподробнее. В общем, меня зовут Коля. Я из будущего. Неожиданно я попадаю из будущего сюда. Вместо вашего Сашки. Да, я попадаю сюда из будущего. Мы красили, решили с вашей верой. Мы собирали вещь, тогда убирали сливу. Меня мы колбали картошку. Мы собирали урожай. Мы красили заборы. Мы решили с Пашей, если мы вернем пионерский галстук, то меня, возможно, вернут домой. Да, мы даже пароль свой придумали. Пусть всегда будет солнце. И бесплатный Wi-Fi. Ну все, Ира, теперь ты все знаешь. Если честно, нам без тебя никак не справиться. Ты должна помочь Сашке вернуть пионерский галстук и Кольке вернуться обратно в будущее. Пусть всегда будет солнце. И бесплатный Wi-Fi. Привет, байкальские волны! И наша интеллектуальная игра продолжается. Напомню, что в первом во втором раунде выиграл первый и пятый отряд. А сейчас на этой сцене на ваших глазах будут играть третий и четвертый. Если вы готовы, то мы начинаем! Мы выбираем тему Байкал за 100 байкаликов. Байкал? Итак, первый вопрос. Самая многочисленная рыба в Байкале? Ребят, я отвечу. Мой папа работает директором рыбзавода. Самая многочисленная рыба – это омуль.
Мой папа говорит, что ее все покупают. И это неправильный ответ. Вопрос переходит к четвертому отряду. Это же элементарно. Голомянка, большая, маленькая. Их общая численность и биомасса 2 раза больше, чем всех остальных рыб, живущих в озере. Совершенно правильно! 100 байкаликов у 4-го отряда. Yes! Так, пионеры, сразу 500. Чего тут мелочиться? Неплохой выбор. В каком году была основана пионерская организация? Так, я же вчера читал. Блин. Мы ждем ответа. Слава, мы ждем. Слава, отвечайте. Слава, Слава. 1929 год. Слава, это неправильный ответ. Третий отряд, вам слово. Пионерская организация была основана в 1922 году. Абсолютно верно! Николай, выбирайте следующий вопрос. Итак, счет сравнялся, и следующий вопрос станет решающим для обеих команд. Выбирайте тему. Дворовые игры. Стоп. Дворовые игры? Ну, так быть. Из скольки цилиндров состоит город в игре «Городки»? 5. Абсолютно верно! И победителями становится третий отряд. Давайте их поддержим бурными аплодисментами. И этой победы третий отряд впервые пополняет свою копилку. Теперь у них на счету 5000 байкаликов. Ребят, может, завтра в поход пойдем? Да! Клич пионера, всегда будь готов! Клич пионера, всегда будь готов!
Невероятно, но в этом матче побеждает третий отряд, тем самым заработав 10 тысяч байкаликов. Мисс и мистером лагеря становятся пары из третьего отряда. Они приносят своему отряду 25 тысяч байкаликов. Привет, Коль. Привет. Скучаешь? Да нет. Я вот тебе шоколадку принесла, чтоб не скучно было. Спасибо. Я пошла. Сладкое поешь. Спасибо. Ладно, я пошла. Решили тебя угостить. Спасибо. Ну, ладно, я пошла. Ну а что ли, в игры поиграли, немножко пазли. Я накачала. Я знаю твой секрет. Какой? Ты тоже деревенский. Чего? Доброе утро. Как всегда бьет солнце. Бесплатный Wi-Fi. Доброе утро. Привет. Пусть всегда будет солнце. Бесплатный Wi-Fi. Так, все готовы к походу? Да! Не слышу! Да! Вот! Внимательно послушайте меня. Никто не отстает. Идем только строим. И насчет мусора, где попало, не бросаем. Ну что, идем в поход? Да! Взять, пожалуйста. Шагом марш! Наш отряд речевку! Раз, два! Три, четыре! Три, четыре! Раз, два! Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд! И... в деревне. А вот для нее еще кладбище. Он заброшен. Там дальше. Лучше. Долго еще, наверное. Ну все, ребята, немного осталось. Скоро привал. Веселее! Вот. Вот, молодец. Раздувай сильнее. А зачем мы костер камнями обложили? Как зачем? Чтобы огонь не разошелся, да, и не спалил весь лес. Слеса не будет, куда мы будем. Я не преувеличиваю. О, ребят, молодцы, как много дров-то принесли. А этого хватит? Конечно, хватит. Сейчас главное... воду нас упоставим и чай сварим. Давайте, да, нет, давайте лапшу. А мне кажется, гречка будет вкуснее. Я думаю, что не до жизни. А гречки у нас нету, так что, наверное, лучше суп приготовить. И мальчикам нашим понравится. А с чем? Ребят, закончились дрова. Идем за дровами? Да там больше нету. Это лес, здесь везде дрова. Пошли, пошли. Сашка, иди за костром. Любой хворост лежит, пиши, что можно набрать. Девочки, а что-нибудь помочь? Да, конечно. Попросите у мальчиков кого-нибудь, чтобы открыть тушенку. И, в общем... Саш, помоги, пожалуйста, тушенку. Ну, ладно. Знаешь, как там было страшно? Вам еще что-нибудь помочь? Нет. Кстати. Thank you.
Отличный суп. Что, ребят, вкусно, да? Да. Да, да. Да, в походе все всегда вкусно. Девчонки молодцы, хорошо постарались. Не отстаем, не отстаем. Далеко, далеко. Ребята, там пожар. Так, все, без паники. Действуем согласно инструкции. Возвращаемся все в лагерь. Строимся. Так, стоп, ребята, подождите. Ветер дует в сторону деревни. Значит, там скоро будет пожар. Надо их предупредить. Пожаром займутся другие люди, а мы должны вернуться в лагерь живыми и здоровыми. А если они подозревают о пожаре, потом будет уже поздно. Ничего не знаю, у нас есть инструкция, мы должны действовать согласно ей. Инструкция, а там люди могут погибнуть. Чего мы ему слушаем? Бежим быстрее, Паша, ты с нами? Да, конечно. Так стойте, вернитесь, вам влепят выговор. Идите скорее в лагерь, мы вас догоним. Ага, строимся быстрее, все, побежали в лагерь. Не отстаем, быстрее. Замечательная погода, спокойный Байкал. И, конечно же, опасные игры. Мы объявляем начало самой опасной игры сезона. Главный приз игры – 10 тысяч байкаликов. Каждый из отрядов должен будет пройти подготовленную полосу препятствий. Отряд, показавший лучшее время прохождения, заберет главный приз. Итак, порядок прохождения этапами отрядов уже установлен. Первыми идут ребята 6-го отряда. Далее по порядку – 1-й, 4-й, 2-й, 3-й и 5-й отряды. Что же, желаем им удачи! На старт! Внимание! Марш! И третий отряд уже на старте. Они готовы получить главный приз за всю эту смену. Ты, как самый сильный, сразу запрыгивай на канат. Мы с Андреем будем переправлять других ребят. Первых переправим девчонок. Все, поехали, ребят. Сначала пусть построятся парни. Парни, быстрей. Да, давайте. Андрей, давай. Тима, Давай.
победа! Навострите уши. Ведь уже известны результаты. К сожалению, самыми слабыми оказались наши малыши. Но это неудивительно. Да. Ребята, кстати, не на шутку расстроились. Но не отчаивайтесь. Мы уверены, что вы подрастете и еще покажете себя. Ну а теперь к хорошим новостям. С отрывом 45 секунд. Побеждает третий отряд. Нас снова приятно удивили наши новоиспеченные фавориты. Они буквально вырвали победу первого отряда. Свою сплоченность и стремление к победе. Доброе утро! Доброе утро! Вчера в третьем отряде было зафиксировано грубейшее нарушение дисциплины. Филиппов, Казакова, Иванов, игнорируя требования старшего товарища, бросили отряд и сбежали. За этот проступок их следовало бы исключить из пионерского лагеря. Но, как стало известно позже, они руководствовались благородной целью и спасли целую деревню от неминуемой беды. Предупредили о наступающем пожаре. Дорогие ребята, разрешите мне по поручению руководства пожарной охраны за героизм и мужество, проявленное по предотвращению пожара, наградить правительственной наградой медалью за отвагу на пожаре. Филиппов, Казакова, Иванов, выйти из строя! Также на совете пионерской дружины было принято решение вернуть звание пионер Саше Филиппову. Поздравляю, Саша, ты снова пионер. И помните, ребята, пионер растет смелым и не боится трудностей. На этом наша линейка окончена. Всем разойтись. Я знал, что у нас все получится. Он стал первым в лиге. Погнали. Саша и Паша, подождите. Мне нужно кое-что вам сказать. Саша, позволь мне тебя поздравить. Ты большой молодец и теперь действительно можешь с честью носить это гордое звание пионер. Ну все, получается, мы выполнили миссию. Завтра мы снова увидим Сашку. Мы больше не увидим Колю. Доброе утро, дорогие ребята! Поздравляем вас с окончанием нашей лагерной смены. Сегодня вас ждет пионерский костер, прощальная дискотека и королевская ночь. Ну, а сейчас мы с вами подведем итоги по сбору байкаликов. Я попрошу наших командиров подать результаты. Пока через
готова огласить результаты. Призовая тройка. 27 тысяч байкаликов и третье место зарабатывает четвертый отряд. На втором месте уверенно закрепились ребята первого отряда с 30 тысячами байкаликов. И, наконец, результат победителей. 44 тысячи байкаликов. И это шестой отряд. Повторите, пожалуйста. Победил шестой отряд. Похлопаем, ребята. Ты чего не спишь? Не спится. Чего хотел? Да я еще раз попрощаться взглянул. Спасибо тебе огромное за помощь. Да ладно, Коль. Это мой долг. Пионер всегда должен быть верным и честным товарищем. Эх, товарищи. Мне будет вас не хватать. Ну ладно, спокойной ночи. Спокойной ночи. Саша? Коля. Ребята, я так рад вас здесь видеть. Я даже успел соскучиться. Ну почему вы обратно не поменялись? Мы же с тобой все правильно сделали. Видимо, мы где-то просчитались. Может, дело не в пионерском галстуке. Может, Колю сюда отправили для другого дела, более важного. А как это теперь выяснить? Сегодня же уже закрытие смены. А может быть, меня сюда отправили просто потому, что я больше подхожу для этого времени, а Сашка для того? Ты же мне сам говорил, что он хотел попасть в будущее, а я там никому не нужен. А здесь у меня есть вы, мои друзья. Как она тут оказалась? Ты со своими новоиспеченными родителями будешь жить в том же доме, что и я, только в соседнем подъезде. Мы можем видеться хоть каждый день после школы. Это, конечно, хорошо. Только я по своим родителям соскучился. Мне бы им весточку отправить, что ли. Мол, все хорошо, что скучаю и люблю их. Жаль, телефона такого нет, который СМС мог в будущее отправить. Вот если бы мы точно могли знать, где они могут находиться, мы бы оставили им капсулу времени с твоим посланием. Капсулу времени? Ты куда? Что ты делаешь?
Понимаешь, перед тем, как здесь очутиться, я нашел послание от Саши, то есть оставленную им капсулу времени. Может, и в ней есть какая-то подсказка. Привет. А чего один? Это что у тебя? Это старая бобина. Ага. А зачем она тебе? Дело в том, что на ней записано кое-что важное для меня. Интересно. А ты ее давно слушал? А смысл мне слушать? Я ее сам записал. Сам? А ты знаешь, время – волшебная штука. И она может изменить все. Кстати, то, что ты записал, вполне могло измениться. Изменилось, не изменилось. Какая разница? Все равно, таких магнитофонов и нет уже давно. Почему есть? У меня на кухне стоит. Кстати, двери открыты. Правда? Что? Ни единой подсказки. Кроме подтверждения того, что он действительно хотел попасть в будущее. Вот дурак. Сам не понимает, о чем говорит. И вообще все, что он здесь говорит, ерунда полнейшая. Не прав ваш Сашка. Нужно всю правду рассказать. А давай перепишем кассету. Давай. И не прав, а да. Запись вторая. Сегодня 23 июля 1985 года. Меня зовут Александр Филиппов. Я пионер из третьего отряда звено имени Аркадия Гайдара. Ребята будущего, мы обращаемся к вам. У вас есть много всего интересного. Интернет, нанотехнологии, излишние удобства. Но это не главное. Есть вещи, которые гораздо важнее. Бескорыстная помощь и поддержка друга. Истинные эмоции из твоих собеседников вместо однообразных безжизненных смайлов. Соревноваться в количестве выбитых цилиндров городка намного приятнее, чем в популярности брендов вашей одежды. Помощь в сборе урожая милой старушки. Вот это настоящая миссия, которую не предложит ни одна ультрасовременная компьютерная игра. Ребята будущего, поймите, что бы вы сейчас ни делали, веселились или грустили, бездельничали или были жутко заняты, играли в компьютерные игры или во дворе, с друзьями это делать в 1000 раз лучше, приятнее и веселее. Коль, вставай давай, а то все проспишь. Итак, маленькие байкальские жители, грузите свои сумки в автобусы и дружно стройтесь на последнюю линейку этого сезона. Коль, ну ты чего застыл? Все давно собрались уже, одного тебя ждем. Я, кстати, тебе твои гаджеты принесла. А зачем они мне? В начале сезона со слезами отдавать не хотел, а сейчас забирать не хочет. Родители встретят, не узнают тебя, Голиков.
Ну все, давай собирайся скорее. Тебя отряд уже заждался. Сюрприз тебе приготовили. Полукруг поставляем. Всем ясно? Ребята, уйдем. Лучше отойдем. Коль, мы тут посовещались и хотели сказать именно тебе спасибо за наш незабываемый отдых. Мы успели все подружиться и даже почти что выиграли в главном конкурсе. Мы хотели наградить тебя медалью, но не нашли подходящей на надписи. Но Аня посоветовала нам наградить тебя пионерским галстуком как самому лучшему пионеру нашего отряда. Ну что, ребята, вот и закончилась ваша смена. Хорошо отдохнули? Да! Вы отдохнули, загорели, набрали сил для нового учебного года. Хотите учиться? Нет! Ага, хотите отдыхать всю жизнь, да? Да! Ну, надеюсь, в нашем лагере? Да! Ну что, счастливого пути и, как говорится, пусть всегда будет солнце. И бесплатный Wi-Fi! Мальчик, а вот раньше было принято извиняться. Послушай меня, я хочу тебе рассказать. У меня было самое лучшее детство. Я таскал абрикосы во дворе по соседству. Дергал за косы отличницу Зойку и завтракал под пионерскую зорьку. А по воскресеньям под в гостях у сказки я шил ватно-марлевые повязки. Я полил дымовухи и бросал их с балкона. У меня на стене был плакат Сталлоне. Меня не возили в Европу на лето. Мне не покупали PlayStation 3 за то. Нет, не ешь, не ешь. Бери ложку, тарелку. А если они не подозревают о пожаре? Я не могу. Все, тихо, тихо, все. Проявить себя. Стоп, Саша или Коля? Коля или Саша? Саша, он у нас. Коля в будущем. А мы же будем на А мы тогда не сказать бабочек. Вы чуть два раза попали в фильм. Все. Увидел? Уйди оттуда. Уйди! Кто-то в черном еще там маячит. Кого ты видел? Уйди еще, Витя. Что там пиши? Пробор сделал. Пишет. Ну, вроде пишет. Сразу еще раз запнулась. Давай еще раз. Просто. Еще раз. Когда протри тебя трем. Еще раз сразу. Блин! Я говорила, стоп! Поправила. Есть. Сцена 71, кадр 11, дубль 1. Солнышко будет.
Сейчас буду нести чушь, потому что мне режиссерский не дал текста, сказал говорить всякую ерунду. Потом я тебя как бы, подрежу, плохо не будет. Поэтому я вам хочу рассказать об озере Байкал, на который вы пришли. Кипре где-то не было памперсов и